где-то чуть было не опоздал, но в общем успел. И прикол этой ситуации, это когда подходишь в аэропорт на регистрацию, это очередь на посадку в Рейкьявик, она вот такая вот. Практически все со спортивными рюкзаками, так и так далее. И очередь на нормальную посадку. Блин, в джинсах стоят, т.д. и т.п. Разница очевидна.